окончила Московскую консерваторию по двум специальностям – фортепиано и композиция. Композиция в классе Голубева. Голубев – известный педагог композиции. У него учились Шнитке, Эшпай и Татьяна Смирнова. У Татьяны Георгиевны произведения в редких жанрах. Например, есть фольк-опера, есть оратории, крупные сочинения, сочинения для симфонического оркестра. К сожалению, они редко исполняются. Но из всех званий, которыми по праву была награждена Татьяна Георгиевна, одно из самых дорогих – это, наверное, Орден Дружбы. Татьяна Георгиевна – автор учебника «Русская фортепианная школа». И уверяю вас, юные пианисты, если у вас будет возможность прочитать его, он вам очень поможет. Сегодня вы услышите легенды Бахчисарая. Музыкальная версия для щитца и фортепиано по поэме Александра Сергеевича Пушкина. В пяти частях: «Хан Герей», «Мария», «Набег», «Молитва в ночи», «Бахчисарайский фонтан». Исполняют Татьяна Смирнова и мастер художественного слова Андрей Гетман. Гирей сидел, потупя взор, янтарь в устах его дымился, безмолвно раболепный двор вокруг хана грозного теснился. Thank you.
Дворец угрюмый опустел, его дверей опять оставил, с толпой татар в чужой предел, он злой набег опять направил. Летучей тенью мелькала тень предо мной.
эскизах образа. Не видать конца и края, только синь сосет глаза. Как захожий богомолец я смотрю твои поля, а у низеньких околиц звонно чахнут тополя. Пахнет яблоками, медом, по циркван твой кроткий спас, и гудит за карагодом на лугах веселый пляс. Побегу по мятой стежке на приволь зеленых лех, мне навстречу, как сережки, прозвенит девичий смех. Если крикнет рать святая, кинь ты, Русь, живи в раю, я скажу, не надо рая, дайте родину мою. Thank you.
которую вы слышали, было из 5-4 сыгранных фрагмента, называется «Русколокольная». Это моя композиция. Спасибо.